Уважаемые коллеги, текст обращения вы прочитали. Чем вызвано это обращение? Вы все прекрасно понимаете, что срок действия договора заканчивается, но какая-либо другая правовая форма должна быть. Федеративные отношения в Российской Федерации должны развиваться. Может быть, действительно, какая-то другая сейчас выйдет на смену этой форме, другая правовая форма. Мы в первую очередь поэтому в обращении указали на то, что необходимо образовать специальную комиссию по выработке предложений именно по правовым вопросам. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, я не хочу здесь говорить о значении этого договора, потому что вы прекрасно знаете, какое значение этот договор имел и имеет для нашей республики, да и для Российской Федерации в целом. Это большой шаг вперед в развитии федеративных отношений. Именно на новом этапе, на новом уровне. Вы озвучите текст? Да. Предлагается следующий текст. Обращение Государственного Совета Республики Татарстан президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, вы возглавили Россию в непростой период исторического развития, когда продолжающийся кризис в экономике, разбалансированность законодательства на всех уровнях власти и территориальная разобщенность угрожали самой ее целостности. В этих условиях совершенствование федеративных отношений в рамках Конституции Российской Федерации и сильная региональная политика стали важным фактором укрепления российской государственности. Заключение договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан, утвержденного вами в статусе федерального закона, создало политико-правовые предпосылки для динамичного развития Республики Татарстан с учетом ее особенностей. Договор стал важным фактором сохранения политической, межнациональной, межконфессиональной стабильности. Более четверти века консолидирующая роль как для Татарстана, так и для всех татар, проживающих в России и за ее пределами, играет Институт республиканской президентской власти. Практика реализации договора убедительно доказала жизненность российского федерализма. Татарстан успешно реализует многие масштабные федеральные проекты, являясь одним из опорных регионов нашей страны, где созданы привлекательные условия для жизни и бизнеса. Договор, как пример выстраивания конструктивных отношений между различными уровнями власти, востребован в международной практике и, несомненно, содействует авторитету Российской Федерации и находит поддержку абсолютного большинства жителей Республики Татарстан, о чем было заявлено в резолюции Третьего съезда народов Татарстана в апреле 2017 года. Сегодня основные положения договора фактически получили закрепление в действующем законодательстве, вошли в практику взаимоотношений между федеральным центром и регионами. Вместе с тем, в связи с истечением срока действия договора, возникают определенные проблемы реализации ряда действующих норм Конституции Республики Татарстан. Уважаемый Владимир Владимирович, в этой связи просим вас поддержать сохранение существующего наименования высшего должностного лица Республики Татарстан и образовать специальную комиссию для выработки предложений по правовым вопросам.